Так, из полок числа like telephone, switch home for mobile phones, etc. Yes, yes. Tā, dāmas un kungi, paldies, ka tik kuplā skaitā apmeklēt arī pēcspēles preses konferenci. Diemžēl pasaules čempionāta kvalifikācijas turnīrs ir iesācies ar mums nelabvēlīgu rezultātu 1-2. Taču es domāju, tas ir tikai atlases cikla pats sākums. Mēs spēlējam pret vienu no grupas acīmredzot favorītiem. Tāpēc dosim iespēju arī Latvijas izlases galvenajam trenerim Aleksandram Starkovam izteikt savu komentāru par šodienas maču. Lūdzu, Aleksandru. Ну, мы встречались сегодня с лидером нашей группы, фаворитом, и, на мой взгляд, игра была, в принципе, я, если как тренер говорю с игроками, не было больших претензий к ним, потому что все 90 минут мы пытались действовать на максимуме своих возможностей. Не всегда это удавалось, потому что против нас играли игроки более или просто высокого класса. Первый тайм, я думаю, нам удался, и мне хотелось бы поблагодарить наших болельщиков, которые нас поддерживали в первом тайме и вообще всю игру, и даже после игры, после результата отрицательного, они были с нами, благодарны. И я думаю, что и в дальнейшем, если игроки почувствуют такую отдачу, мы, конечно, будем прогрессировать. Первый тайм сложный был. Конечно, греки сюда приехали за победой. Мы тоже хотели выиграть. И, на мой взгляд, вот этот характер игроков и характер игры на выигрыш, он был все 90 минут. Все 90 минут, и даже когда мы пропустили первый гол, он не был. Он, конечно, исходил из логики игры. Во втором тайме греки нас, в общем-то, задавили, надо сказать. Но этот гол не был из самой острой атаки. Это был дальний удар, и, конечно, классный удар. Это говорит о том, что у греков много футболистов высочайшего класса. А второй гол мы просто, на мой взгляд, привезли сами себе. Но это тоже говорит о том, что греки просто нас прессинговали, не давали нам дышать. И пока они добились хорошего для себя результата, они просто не отпускали нас. Можно ругать футболистов наших, но я бы это не стал делать. Каждый из них сыграл на максимуме возможностей. Может быть, не на максимуме своих, но на сегодняшний день все старались. И даже то, что мы в концовке перехватили инициативу и за счет каких-то перестановок в составе мы освежили игру, мы могли, на мой взгляд, и сравнять счет. Но мы проиграли команде Греции, которая была на последнем чемпионате Европы в восьмерке сильнейших. Я думаю, что достойно, и проиграли в достойной борьбе. Из своих игроков никого не хотел бы выделить, хотя были лидеры, я думаю, что вы это отметите сами, и журналисты, и специалисты. Я хотел бы отметить то, что
Команда была единой и до игры, и во время, и после игры. У нас не заканчивается цикл вот этой игрой. Он довольно долгий, двухлетний. И по своему опыту, я знаю, что нужно быть едиными, цельными. И в следующей игре, если у нас сегодня не было какой-то суперудачи, она вернется нам, в очках. В голах, в очках. И я не хотел бы сейчас критиковать никакого из игроков. Отметил бы, может быть, Лукьянова с положительной стороны. Отметил бы Цауню с положительной стороны. Отметил бы Ванина. Ну и всю команду в целом, которые, я думаю, что мы подарили тем зрителям, которые пришли, интересную игру. Интересную. Мы в ней проиграли, но это была интересная игра. Это был футбол. Jā, paldies Aleksandram par komentāru. Tagad dosim iespēju arī jums, žurnālisti, uzdot savus jautājumus. Bet pirms tam, kā ierasts, nosauciet savu vārdu uzvārdu un arī pārstāviet to mediju. Un, protams, arī uzdotot jautājumu, izmanto mikrofonu. Vai ir jautājumi? Jā. Vai tas, ka otrajā puslaikā tomēr grieķi nospieda mūs, vai tas bija tikai viņa nopelns, vai tomēr varbūt arī mēs nedaudz palaidāmies un varbūt nogurām, vai tas bija tikai grieķi nopelns otrajā puslaikā? Nu, все вместе. И греки, которые выпустили Самараса, одного из своих звезд, который, в принципе, не был готов к игре, но он вышел, и то, что он ушел через 20 минут, он из-за травмы он не был готов к игре, но он вышел как раз, чтобы переломить игру. И его уровень мы увидели в некоторых эпизодах, когда дело не закончилось голами. Это супер игрок. Конечно, вот это появление его на поле сказалось на характере игры. Вот, но наши игроки, начало второго тайма мы провалили, вот, и пропустили гол, греки уроняли игру, но все-таки наши игроки старались играть на максимуме, старались играть в атаке, старались играть агрессивно в обороне. Не получилось только потому, что греки, в принципе, они сильнее нас. И дело не касается того, что мы провели хороший тайм, мы расслабились, мы сказали всем, вы классные игроки, классная команда, и мы расслабились, и мы успокоились. Нет. Более классная команда, она умеет вовремя собираться и делать результат. Вот грекам это удалось, и честно говоря, я первый раз ко мне тренер греков подошел, чтобы поблагодарить за игру. Это говорит только о том, тренеры меня поймут, кто работает тренером, что не всегда это делают. Всегда, часто это делают тогда, когда тренер обалденно доволен результатом. И вот это тот случай, когда, может быть, мы, если бы была удача с нами два тайма, мы бы заслуживали другого результата, а не поражения. I will translate you later, but it's all okay. Jā, Ilmar. Mikrofons. Ilmar Stūriška, Latvijas avīze. Нога Вишнякова еще три дня назад выглядела довольно плохо. То, что он играл, там все в порядке, зажила эта рана или все-таки это заслуга врачей и его характера? Да, это заслуга врачей. У нас хорошие врачи, и
заслуга характера, конечно, он тоже хотел максимум показать. Заслуга тренера, который его поставил. Но ну, пред себя политику все равно измантовали, но он вчера спелает. Нет, ну, в целом, Вишняков, конечно, он имел повреждения, и он сыграл, может быть, очень мало игр за последние пару месяцев. Практически он не имел игровой практики. Но вот мне что очень нравится, когда мы играем на своем стадионе, это такое незабываемое впечатление, когда все игроки, они... Ну, играют выше своих возможностей. Вишняков сегодня сыграл, я думаю, на максимум или выше. То, что он сделал гол практически, заработал пенальти, это говорит в его пользу. И я очень благодарен ему за такое отношение к футболу. Вы знаете, мы проиграли сегодня. Многие ждали от нас, Ну чего ждали? Победы над греками, которые, в принципе, 12-й в рейтинге. Это очень просто, обыграть суперкоманду. И Алексей, и Вишняков, и Лукьянов, и Цауни, они очень хотели это сделать, не получилось. Сегодня у меня нет повода бросить в них камень. Нет. У нас будет разбор. Когда через день, через два, я найду минусы для них. Сегодня они пришли в раздевалку, и они были убитые. И ко мне пришел мой помощник, сказал, они ждут вас в раздевалке. Что я скажу? Все, и Горукш, и Ванин, и Вишняков, и Цауня, все, они ждали, что я скажу. И очень важно, что скажете вы. Или они предатели, или они сделали все, что могли. Я считаю, я им это сказал, они сделали все, что могли. И кроме слов благодарности Вишнякову, или кто был с травмой, кто был не с травмой, неважно. Это очень важно, им нужна поддержка. Если будет поддержка, тогда они пойдут по ступенькам вверх. Они станут чемпионами мира. Не станут. Мы никогда не станем чемпионами мира. Может быть, в клубе где-нибудь кто-нибудь станет обладателем кубка, там, я не знаю, Лиги Европы, как это сделал Лайзен, которого сегодня награждали. Мы часто, знаете, приводим примеры, к чему надо стремиться. Не надо стремиться к западным образцам. У нас есть свои лидеры, Пахарь, Астафьев, Лайзен, Юрий, не знаю, Рубин, кто еще шестерки, которые были сегодня на награждении? Да? Блейделис. Супер игрок. Стремитесь быть таким, как он. Стремитесь 10 лет подряд играть все игры сборной на высочайшем уровне, попасть в чемпионат Европы. Они это понимают, наши игроки. И я им благодарен за это. И в том числе и Цауня, и Горуш. Если они сегодня не выиграли, это наше общее такое поражение. Никто не ставит, я надеюсь, сегодня себя в стороне от поражения. Так же, как когда мы выигрываем. Я думаю, последние два вопроса. Сегодня оказалось, что Новосибирский Мацкевич, спорт-центр. Сегодня показалось, что замены не особо сработали, особенно Ритва Ругинс очень нервно сыграл, и Марис Варпаковский до мяча дотронулся, я посчитал, только два раза. Как вы считаете, эти замены были оправданы или нет? Оправданы, да. Оправданы, потому что и Фертов достаточно так начали. Он, в принципе, в перерыве уже жаловался на то, что он у него проблемы какие-то есть с мышцами, и мы его заменили в первой половине второго тайма. Оправданы, да. Настолько сыграли, Верпаковский заработал пару штрафных, один из которых должен был быть голом, когда Цауня сделал, с левого фланга. Вот, конечно, здесь
задним умом очень легко рассуждают, но мы исходили из того, что игрок, которого мы заменяем, он вполне адекватно воспринимает эту замену. Это все было видно. Вот. Мы хотели усилить игру, мы наигрывали это в тренировках, вот такой состав. И я думаю, что все абсолютные игроки, даже те, кто не забил, от кого мы ждем голов, от Руднева, от Лукьянова, от Вишнякова, они все равно сыграли очень хорошо и, учитывая силу соперников, очень, очень эффективно. Tā, un lūdzu iespēju uzdot arī pēdējo jautājumu. Ints Megnis Leta, bet pirmajā puslaikā mēs tomēr bijām pārāki, vai var teikt, ka Grieķija spēlēja slikti, vai mēs spēlējām ļoti labi? Vai Grieķija satraucās, vai kāds bija galvenais iemesls? Это всегда вот такой вот стакан, он наполовину полный или наполовину пустой. Кто как? Я считаю, что мы заставили греков играть хуже, чем они могли бы. Мы, первый тайм, на мой взгляд, был очень хороший для нас. Вот, и на второй тайм мы выходили с такой установкой. Нам нужно забить второй гол. Нам нужно играть в атаке активно. Вот. Не было даже слова о том, чтобы мы хотели удержать этот счет, хотя сегодня мы могли бы говорить, слушай, ну надо было там удержать, надо было отказаться вообще от атакующего полузащитника или крайних полузащитников. Давайте мы сыграем в обороне, может, нам было бы легче. А греки, они всегда, я вспоминаю нашу игру здесь, когда мы играли со Швейцарией, когда мы стали вести в ходе игры 2-1, и тренер...